все, нет. Даже не хочу слушать. Будет какой-то такой жесткий. Светло у вас. А? Все, с нами? Да, садись куда удобно. А так кажется, да? Да. Как встречает нас Казань? Ванна шикарная, огромная ванна. Блин, а комната, блин. Супер. Это Казань. Подожди еще. Там видео скинешь? Ну, куда? Нет. Почему? Нельзя. Только на свои телефоны. Так, итак, представьтесь, как вас зовут, откуда вы, какой стиль единоборств представляете? Приветствую, меня зовут Юрий Горбенко, я представитель Украины из города Киев. Мой стиль единоборств. Один. Потише, пожалуйста. Мира по кикбоксингу, по тайскому боксу. А скажите, как первый раз участвуете в нашем чемпионате? Как готовились? Да, на турнир Татнет я первый раз готовился более усиленно. Так что я готов только на победу. А скажите, какими качествами должен обладать боец? Бить и улыбаться. Так. Спасибо, много не спрашиваю. Так, вот смотрите, да, вот такая ситуация. Например. Ну, например, как выйти на ринг, например, не кипишевать, не гореть, успокоиться и почувствовать, что ты на тренировке просто более жесткий. Ага, то есть, смотрите, перед выходом на ринг, вот как вот вы это, вот как вы настраиваетесь? Расскажите об этом. Ну, только что я сказал, что настраиваться, как на обычную тренировку, просто полный контакт. Ага, хорошо. А волнение какое-то присутствует или вы всегда... Ну, волнение было... We'll be right back.
Из Украины. Юрий Горбенко. Микстейп 2013. Давчик здесь, ага. Амали здесь, ага. Всем, кто есть, да. Как выйти на ринг, не гореть, а успокоиться и почувствовать, что ты на тренировке, просто более жестко. На турнире Сатнеки первый раз ты стоял более усиленно, так что я готов только на победу. Зрители, болейте, приходите, держите кулаки. В чем же смысл, ведь так погибаем, как в жизни бывает. Одни находят, другие теряют, на вершине реально лишь то. Любовь до конца сбережет. Ты помни и знай, духовность не подавляй. Когда увидишь спины, она спасет из рутины. Наполни жизнь свою смыслом, пройди ее до конца. Сделать это достойно. Юрий Горбенко, Украина, город Киев, клуб Street Fighters, 37 лет, вес 100 килограммов, рост 183 сантиметра, стиль ММА, кикбоксинг, муай-тай, чемпион Кубка мира по кикбоксингу в разделе лоу-кик 2010-2011 ВАКА, чемпион Украины по ММА 2013-2015-2016. Чемпион мира по ММА по версии WMFC 2018. 35 боев, 23 победы, из которых 7 одержал нокаутом. Юрий Горбенко. No clinch, no kick in the clinch, окей? Надо переводить, нет? Все понятно. Tension? Tension. Prepare. Готов? Первый раунд. Blok moet je weg, Robin! Juist!
Для вас.
В этом поединке победу нокаутом одержал боец из Нидерландов Ильдар Оливейра Гарсия.